финальный этап конкурса «Мистер и мисс студенчества 2016» стартовал во Владивостоке. Мисс и мистера студенчества выбрали во Владивостоке. В региональном этапе всероссийского конкурса победили студентка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Кристина Радченко и студент Дальневосточного федерального университета Евгений Смыков. К слову, для мужской половины студентов Приморья этот конкурс проходил впервые. А все подробности об этом и не только мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Алина Черниговская, организатор конкурса «Мисс и мистер студенчества», и организаторы конкурса Максим Приженников и Роман Ковба. Здравствуйте. 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 Ну, уже во второй раз проходит конкурс, точнее, только во второй раз, а уже такие изменения. Приятные, большие, масштабные. Давайте поговорим о них и, может быть, о каких-то других, которые уже появились в этом году. Ну, действительно, конкурс у нас все-таки молодой. Не как другие конкурсы красоты и так далее. Но конкурс для именно студенческой для жизни Приморского края, для молодежной политики, стал уже, я бы сказал, традиционным. Я надеюсь, и будет и третий, четвертый, пятый и далее, далее, далее. Вот. А что касается изменений, да, вы правы. Главное изменение – это появление мужской половины студенчества в конкурсе. Признаться честно, у меня были некоторые опасения относительно участия парней, да, потому что девушки, они более предрасположены к выступлению на сцене, к такого рода конкурсам, парням сложнее. Но наши парни отобраны, они показали себя во всей красе. И действительно, это отметило все жюри, конкурс стал, что ли, пикантнее, интереснее, девушки стали больше раскрываться в присутствии молодых людей. Поэтому, наверное, то, что мы решились на этот в чем-то эксперимент, но в чем-то нет, потому что по большому счету на федеральном уровне есть два конкурса: мисс студенчества России и мистер студенчества России. Поэтому мы решили выставить наших конкурсантов на двух конкурсах и, может быть, даже показать тот же самый результат, может быть, даже и выше, что и в прошлом году, когда победительница Приморского регионального этапа, она стала вице-мисс студенчества России. Поэтому мы это делали совершенно сознательно. И желаем, конечно, на федеральном уровне максимально хорошо себя зарекомендовать. Вот. Ну и традиционно действительно этот конкурс пользуется поддержкой различных структур. Прежде всего, это Департамент по делам молодежи Приморского края, это Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, это Приморская организация Российского союза молодежи. То есть три соорганизатора, которые, собственно, организовали весь конкурс. А я правильно поняла, что мы, получается, единственные, кто объединил мистера и мисс студенчества? Нет, просто ряд регионов, они, как правило, ограничиваются проведением мисс студенчества России, за мистера не берутся, мы решили взять. Ну, как оказалось, еще и вместе. Конечно, конечно. Давайте, наверное, поговорим все-таки еще и о самом конкурсе, расскажем, может быть, кто-то еще не знает, что это за конкурс, ведь это не просто для красоты делается, да, это в первую очередь нацелено на то, чтобы ребята раскрывали свой потенциал, свои таланты, свои способности. Расскажите о целях и задачах конкурса «Мистер и мисс студенчества». Наверное, главная цель – это сделать образ студента, вот идеального студента, который спортивный, целеустремленный, красивый, умный, занимается наукой, общественной работой, занимается чем-то еще, там, творчеством. Это вот тот самый идеал студенчества, к которому должны стремиться все студенты там, в Приморье, в России, там, наверное, во всем мире. Вот мы хотим, чтобы вот, наши ребята стали образцом для подражания и стимулом к тому, чтобы другие студенты к ним шли, росли до их уровня и даже, может быть, были лучше них. Вот. И поэтому главная цель конкурса – это развить все лучшее, что есть в студентах, и дать им толчок для саморазвития. Вот, допустим, у нас в том году была участница конкурса. Для нее это был первый конкурс, такой своеобразный там, отчасти красоты. И она в этом году принимала участие на «Краса России» и стала вице-красой России Приморского региона. То есть для нее это стало таким толчком дальше идти, там, развиваться вот в этой там, области. Вот. Также для других девочек там, в том году также там, были какие-то конкурсы. У нас первая вице-мисс также участвовала в конкурсе «Мисс Sunrise», и там она победила. Поэтому вот для девочек это такой опыт, шанс чему-то научиться. Для парней, я надеюсь, что в этом году также будет стимул идти дальше, развиваться.
И через год мы увидим еще уже их достижения за этот год и сможем ими тоже гордиться, их уже представлять на следующем конкурсе как победителей, как участников, как людей, которые самореализовались и какие-то цели уже достигли в своей жизни. Я бы хотел добавить, что мисс и мистер все-таки это не в чистом виде конкурс красоты. То есть, по большому счету, даже этапы отбора, которые происходили, это не только внешние данные, даже не столько внешние данные, сколько действительно способность. Потому что потом, опять же, сам же финал показал, что у нас участники были очень разносторонние. Это и музыканты, это и певцы, это и, снова говоря, театралы, творческие деятели. Поэтому ребята должны были раскрыться действительно не только с внешней стороны. Они должны были раскрыть свое внутреннее содержание, и, наверное, они с этим справились. У нас есть танцоры? Нет. Каскадеры? Нет. У меня есть выбор? Нет, у вас нет выбора. Сколько было желающих? Я знаю, что их было значительно больше, чем в первый раз. Ну да, на самом деле в этом году вот мы начали, да, приглашать и мистеров студенчества, хотели увидеть и парней в этом конкурсе. Вообще, на самом деле, парни шли намного, как-то их было больше, чем девушек в этом году. Но в связи с тем, что у нас немножко были сжатые сроки подготовки, а заявок у нас поступило около 30. То есть, в принципе, это, ну, за 2 недели подготовки это очень хорошо. А вообще мы планировали в финале участие 12, то есть 6 девушек и 6 юношей. Но в силу того, что ребята показали себя с очень хорошей стороны на кастинге, и когда мы уже отобрали в полуфинал 16 человек, а там они себя тоже очень разносторонне показали. Некоторые ребята, хотя они были очень скромными на кастинге, они раскрылись, ну и показали себя с другой стороны. То есть они показали себя, насколько они могут работать на сцене, а они показали свою уверенность. Ну, то есть вот когда начали уже именно подготовки финального дефиле и вообще вот открывашки самой, то есть, ну, они прям выкладывались. Мальчики чувствовали себя более уверенно на сцене, поэтому, когда мы принимали решение, ну, оставить 12 человек, у нас этого не вышло. То есть мы решили оставить 14 человек. Ну, я думаю, что ребята с этим очень хорошо справились, и на сцене они показали себя, что они могут, что они действительно готовы все быть мистерами и мисс студенчества. Мы обязательно вернемся к тому, как проходил конкурс мисс студенчества в этом году и мистер студенчества, извините. А сейчас хочется узнать поэтапно, да, как вы готовились. То есть прошел кастинг, вы отобрали конкурсантов, и что было дальше? Дальше была тяжелая неделя работы для них, потому что у них репетиции шли с 10 утра до 6 вечера, это при том, что это были общие репетиции. И кроме этого, они еще умудрялись готовить свои творческие номера, снимать видеофильмы о себе, находить костюмы, реквизит, репетировать. И на самом деле некоторые там заканчивали в 2 часа ночи свои репетиции там, и позже. И с утра снова были у нас на общих репетициях, и не было никаких 12 оговорок, что я там не выспался, я там репетировал, я устал. В 10:00 все начинали работать и работали полностью. Вот. При этом они успевали еще у нас, мы их возили на примерку платьев. Они у нас, у них был в этом году, в том году не было такого, у них был день фитнеса и здоровья в клубе «Чемпион» спортивном. Для них был целый день по здоровому питанию, по там, у них были упражнения, там, им давали специальные там, инструктора. С ними день занимались инструктора, показывали, как нужно заниматься спортом, как нужно вести правильный образ жизни. Причем на здоровом питании у ребят был, на самом деле, очень большой интерес. Потому что им рассказывали, как нужно питаться, чтобы всегда быть веселым, в тонусе и хорошо выглядеть. Чтобы быть в нужной форме, в нужном весе, всегда жизни радоваться, скажем так. И после этого еще они потом пошли, после силовых упражнений еще, на тренировку танцевальную. И там еще полдня занимались танцами. На самом деле для них это был тяжелый труд такой. Многие из них, скажем так, сразу вышли из своей зоны комфорта, потому что некоторые привыкли быть такими уютными, там, уединенными, а тут им пришлось так все переломить и стать такими компанейскими, жить с нами полностью там, всю неделю, с утра до ночи, и репетировать. И поэтому у них такая была очень напряженная, сложная неделя. Но они это сделали, они справились, и 7 числа мы на сцене увидели, как можно подготовиться к конкурсу за 4 дня. Вот. Тут еще большое спасибо стоит дать нашему хореографу проекта, это Дарья, которая готовила их, наверное, лучший хореограф Приморского края. Вот, она из них сделала такую сплоченную команду, учитывая то, что многие из них никогда раньше не занимались танцами. Вот, там были спортсмены, там были певцы, актеры. И были чуть танцоров, но это было чуть-чуть.
основная масса уже не была профессиональными. И мы за неделю из них сделали танцующих, хорошо двигающихся на сцене людей, которые вместе делали общую красивую картинку и все показали достойно на сцене. Если посмотреть фотографии или видеозаписи с конкурса, можно заметить, что, как вы правильно отметили, это была команда и это были пары. Я правильно понимаю, мальчишек и девчонок поделили на пары? Да, это было поровну, было 7 девочек, 7 мальчиков. И у них было задание, что-то связанное с Джеймсом Бондом, то есть нужно было показать себя. Одно из, у них, вообще у нас весь конкурс был посвящен году кино в России. И одно из дефиле, это были как раз стили Бонда. Вот, мы тут выбрали несколько, у них было 3 проходки. Это была чисто мужская проходка, чисто женская проходка и совместная проходка. Они у нас были Джеймсами Бондами и девушками Бонда. То есть у нас девушки примерили на себе этот амплуа девушки Бонда. Парни стали реальными агентами, некоторые даже там импровизировали, взяли с собой там игрушечные пистолеты для антуража, чтобы там серьезности там все добавить. Поэтому... Ну, ребята отдались проекту полностью и отработали на все 100%. А вот интересно, когда они на занятия ходили? Они, честно... Не ходили. Нет, на самом деле, некоторые ходили, да. Некоторые ребята еще успевали ходить на пары, еще успевали сдавать зачеты. То есть, поэтому они вот все успели за эту неделю почувствовать, и поучиться, и подготовиться, и не спать ночами. Поэтому большая просьба к руководству всех вузов, участников проекта, отнестись с пониманием к участникам и дать им возможность там доздать какие-то зачеты, предметы, потому что у них реально была напряженная неделя, и им было по факту запрещено куда-либо покидать стены зала репетиций. Они были постоянно с нами. Ну, более того, я думаю, что преподаватели отнесутся с пониманием к участникам конкурса, ведь они представляли лицо вуза, можно сказать, да, были лицом вуза на этом конкурсе. К слову, какие вузы в этом году приняли участие? Их немало было. Их немало, они, я бы сказал, у нас отличался состав от прошлого года. Ну, во-первых, я бы хотел очень сильно отметить студентов Далеров ТУЗ. Очень большая была делегация, причем делегация, которая вышла именно в финал. А в этом году у нас впервые участвовал студенты Дальневосточной государственной академии искусств. Ныне института, да. Да. Института искусств. А ДВФУ, в ГУЭС, Российская таможенная академия традиционно. МГУ. Да, тоже они в том году не участвовали, в этом году они участвовали, потому что у них же больше мальчиков учатся. И поэтому для них это конкурс более родной. Интересно. Поэтому за счет как раз вот вузов разных, по сути, вот когда говорили про цели, да, главный это вариант еще называется свести студентов разных вузов вместе. И действительно получился хороший такой коктейль, когда действительно ребята дополняли друг друга. Ребята разные, ребята со спецификой своих вузов. И... Делились, наверное, даже опытом каким-то. Да, они, во-первых, делились друг с другом. Хорошо, что они стали вот именно таким одним целым, потому что они даже в номерах своих творческих друг другу там оказали там помощь. Там тот же самый реквизит там, на репетициях они друг другу выносили, помогали там. Даже добыть реквизит они помогали друг другу, там, зная, что у кого-то в вузе что-то есть. Это на самом деле очень хорошо, что у нас вот стираются вот грани между студенчеством именно вузовским. И молодежь становится таким вот одним целым. И вот чем больше таких будет проектов вот, реализовано, тем вот, больше мы получим такую общую студенческую вот, массу людей, которые вместе смогут там, делать какие-то хорошие проекты, там, дальше там, свои проекты какие-то развивать возможно. Поэтому для них такой толчок и путь в жизнь, скажем так. Потому что некоторые впервые вообще были на сцене, а некоторые же были не в первый раз. Поэтому все равно кому-то было страшно, кому-то чуть меньше страшно. Они поддерживают друг друга. То, что творилось за кулисами во время других выступлений, нужно было видеть. Они там вместе пели песни, они там друг другу там помогали краситься, одеваться. То есть такое чисто вот настоящая закулисная такая творческая жизнь, где все одно целое такое. Да, и потом, если вот можно мнение со стороны, действительно очень здорово, что у конкурса такая замечательная дружеская атмосфера. Очень приятная, теплая, и действительно правильно вы отметили, я думаю, что одна из главных целей – это объединить
вузы города, да, и края, потому что, да, конечно, в своем университете, институте мы все общаемся со своими, да, однокашниками, но тем не менее, когда это находится в разных местах города, да, мы как-то так не обращаем на это внимания. А это очень интересно, здорово, и я думаю, что конкурс будет только расти и развиваться впоследствии. Ну, тут еще есть еще один момент. У нас уже формируется некоторая преемственность, в том числе между участницами и участниками конкурса. Меня очень порадовало, что участницы мисс студенчества прошлого года пришли, максимально подключились к проведению конкурса в этом году. То есть, если я правильно помню, первая вице-мисс, соответственно, творческий номер, да, творческий номер исполняла. Понятно, Александра Прозорова, победительница, она была у нас в жюри. Ну, я опять же участвовал. И в гостях была, да. И корону передавала, и корону передавала, да. Вот поэтому я думаю, просто как и на России, там есть преемственность, когда действительно участники конкурса – это определенное сообщество, да, которое друг друга поддерживает, также постепенно будет формироваться и у нас. У нас три девочки раз выступали на нашем конкурсе, они пели песни там, была у нас гимнастика, вот, тоже художественная. Поэтому девочки включились в процесс, также и нам помогали в его проведении. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о конкурсе «Мисс и мистер студенчества». Я думаю, что стоит отметить финалистов этого года. Это пара замечательная, студентов, которых мы сказали в начале программы. К сожалению, сегодня они не смогли прийти к нам в студию, но тем не менее, хочется, чтобы вы о них обязательно рассказали. На самом деле, студенты уникальны, скажу так, потому что «Мисс студенчества» стала девушка, которая, в принципе, уже умеет держаться на сцене, хорошо говорить, хорошо там это все показывать. Она работает радиоведущей, телеведущей в Уссурийске. Вот, это студентка в ГУЭС. И у нас Евгений, студент МФУ, также человек, который занимается творчеством, занимался раньше танцами, также поет еще. Вот, поэтому у них такой есть хороший симбиоз. И надеемся, что вот на России они покажут все лучшие свои таланты и все же принесут нам призовые места. То есть у нас в том году было вице-мисс студенчества, хотелось бы, конечно, минимум первый вице-мисс, первого вице-мистера, да, или лучше, конечно, мисс и мистера студенчества России. Хотя вице-мисс это тоже уже очень хорошо, учитывая, что это мы только-только начали. Учитывая, хорошо, что Приморье было в первый раз представлено на конкурсе, да, сразу войти в призовое место, это было довольно-таки для нас хорошо, потому что обычно люди как участвуют? Они сначала приходят на конкурс, первый год поучаствовали, ничего не заняли, поняли, как там нужно делать, действовать. Второй год начинают участвовать, там чуть подросли, и так вот годами идут к своей цели. А мы взяли, пришли и победили. Вот. А когда они поедут на всероссийский этап? Ну, Евгений у нас уже поедет. С 1 по 3 ноября будет конкурс проходить в Иваново, мистер студенчества. А Кристина будет представлять нас с 10 по 12 ноября в городе Ставрополь. То есть в этом году, в прошлом году было все вместе. Мистер студенчества России проходил в одном городе Иваново. В этом году организаторы конкурса решили разделить, то есть в отдельности посмотреть и на мисс, и на мистеров России. Расскажите, как прошел конкурс в этом году. Мы обещали вернуться к этому обязательно. Поделитесь с нами вашими впечатлениями. Он прошел бурно. Он прошел бурно, он прошел эмоционально. Действительно, для стороннего зрителя это выглядело как одно сплошное выступление, один определенный в чем-то спектакль, шоу. Действительно, нельзя было сказать, что это был конкурс. Ну, в основном, это не было личное первенство. Ребята работали группой, ребята создавали общий вид, общее представление, поэтому, допустим, у меня, как у члена жюри, конечно, понятно, что были волнения относительно организации, но, слава богу, были организаторы, которые все на себя взяли, поэтому я мог просто наслаждаться и смотреть. Впечатления действительно были очень хорошие, потому что, как мне показалось, по сравнению с прошлым годом, уровень подготовки, серьезности подготовки участников, он был значительно выше. Значительно более качественный подход к изготовлению видеороликов об участниках, да. Значительно более серьезный подход к дефиле, к конкурсам «Мой киногерой». То есть ребята, они постарались действительно выложиться на максимум. Ребята уже говорили, да, что ребята много работали, но я достоверно знаю, что ряд участниц, они до 4 утра репетировали в Приморском краевом доме молодежи, да, свои, собственно, номера, поэтому, ну, а с утра, собственно, ехали уже на репетиции официальные, поэтому, действительно, ребята показали большой класс. И в чистом виде, да, действительно, немногие из них были, я бы сказал так, привычны к сцене.
Но с зрительского зала это заметно не было. Ребята, ну, шоу было классно, действительно. Так, теперь что-нибудь повеселее. Чтобы они были классно на сцене, мы привлекли на самом деле очень много людей. Это наши партнеры, это и профессиональные стилисты. Студия «Дома» их полностью красила, причесывала, гримировала перед каждым номером, чтобы они были все красивые, и парни, и девушки. Причем у нас там у одного из участников ему меняли цвет волос во время конкурса специально под его номер творческий. И в его творческом номере у него были зеленые волосы. На уже финальной проходке он стал уже привычным светленьким парнем. Вот. Это наш хореограф, который Дарья Варзиева с ними занималась там с утра до ночи, поставила им все проходки. Это и техперсонал, который также вовлекался в процесс, готовил их. Это и все организаторы, которые с ним им помогали. Это и салоны свадебные, которые тоже нам платье предоставлял свадебные. Их также одевал за сценой, готовил, там помогал им собраться. Это личные ассистенты участников, которые также им помогали в конкурсе. Вот. Ну, скажем так, конкурс прошел для зрителя хорошо очень, но чувствовалось волнение участников, потому что у нас даже был момент, когда у нас там была такая стойка барная, там у нас одна из участниц показывала, как делать коктейли, ну, вот, на сцене. И когда вносили стойку, там слегка зацепили эту стоечку, ну, вот, и там есть такая емкость для льда, и она начально насыпала. Вот. Но ничего, участница, стоит отдать должное, быстро не растерялась, она тут же побежала за второй пачкой льда, и в итоге там через буквально несколько минут мы показали полностью ее номер на сцене. Она приготовила коктейль вместе с Александрой Прозоровой, вице-министром студенчества России. Она приглашала на сцену, и вместе они там делали коктейль. Вот поэтому участники молодцы, что вот все преодолели весь страх перед сценой, волнение, потому что у всех у них было волнение очень серьезное, потому что все хотели победить, некоторые, еще раз говорю, были в первый раз на сцене, для них это вообще было страшно. Полный зал зрителей, когда на них светит свет сценический, и они стоят на сцене, допустим, одни, там, при своем номере там, творческом, и им нужно что-то показать. Или когда они делают все вместе, они понимают, что от каждого движения каждого человека зависит общая картинка. И это вот такой коллективный дух им помог сделать хорошее, качественное шоу. Номера были оригинальные, как мы уже поняли. Они были оригинальные, да, разные, у нас были, да? И вокальные, и творческие, и танцевальные, и музыкальные, инструментальные, да. У нас на альтовом пианино даже играли участники, показывали сцены из фильмов, поэтому участники подошли очень серьезно и сделали хороший продукт. У нас остается буквально немного времени, и мне бы очень хотелось, чтобы рассказали о планах ближайших на конкурс. Я так понимаю, что они есть. Ну, они есть, но они пока еще в обсуждении. Мы только подводим итоги этого года, поэтому начали только лишь обсуждать на будущее. Ну, во-первых, у нас первое возможное решение – это по всей России сейчас ко всем студенческим мероприятиям, именно для вузов, активно начали привлекаться студенты среди специальных учебных заведений. Поэтому мы сейчас обсуждаем вопрос о включении в конкурс «Мисс и Мистер», соответственно, студентов профессиональных образовательных организаций края. А у нас их только лишь государственных, пока порядка 40-45 штук, ну, плюс еще не государственных. Это здорово. Сколько прибавится желающих? Прибавится, конкурс станет более жестким, конкурентным и так далее. Ну и второе возможное нововведение, опять же, пока у нас решения по нему нет, есть желание период подготовки сделать более длительным, да, как бы если, когда мы проводим осенью, к сожалению, мы связаны с сроками федерального тура, когда у нас фактически нужно было до какого-то, ну, соответственно, до 7 числа сообщить имена победителей, да, то есть как бы, поэтому есть сейчас идея провести конкурс «Мисс и Мистер студенчества» не осенью, 2017, не осенью 2017 года, а весной. То есть, по сути, у нас на учебный год 2016-2017 может быть выпасть два конкурса, что тоже на самом деле неплохо. Но это пока обсуждение, как бы, ну, мы понимаем, что есть большие плюсы с позиции того, что тогда мы сможем и отбор, и подготовку участников вести практически с февраля месяца. Значит, конкурс будет еще более фееричным и масштабным. Весенним будет. И весенним, да. Надеюсь, погода себя хорошо будет вести. Но учитывая, как показал себя второй конкурс по сравнению уже с первым годом, я уверена, что все будет только развиваться, расти. Я уверена, что вы подключите студентов других вузов, и все будет хорошо. Я желаю вам удачи
исполнение ваших желаний и надежд, развитие, роста, побольше участников. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Причем уже есть заявки на участие в следующем году. То есть уже, в принципе, можно готовиться. Да, потому что вместе 2 числа, буквально перед самим выступлением, пишут, можно ли участвовать в следующем году. Я пишу, можно, участвуем. Что, спасибо вам еще раз. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.